В России 25 января отмечают День студента – праздник, объединяющий тысячи учащихся по всей стране. Это торжество знаний, молодости и будущих свершений. Оно символизирует важность и значимость студенческой жизни в России и вклад юных исследователей в науку и культуру. История праздника ведет свой отсчет с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Сейчас мы знаем его под именем Московского государственного университета имени Ломоносова. Татьяниным днем праздник называют, поскольку его дата совпала с днем памяти святой мученицы Татьяны Крещенской. С тех пор в России она считается покровительницей студенчества. Отмечать праздник студентов начали только с 1850 года. Первоначально дату торжества провозгласили днем Московского студенчества, но его традиции быстро подхватили и в других городах. В связи с этим событием мы вышли на улицу, чтобы спросить у ребят, что же такое быть студентом. Мне нравится, что в университете в период сессии достаточно большие каникулы, ну, в зависимости от того, когда экзамены. Ну, и вот очень много получается каникул, да, больше месяца получается. Быть студентом – это, наверное, бесконечные вызовы. Сколько ты сможешь учиться, не кушая, не спля. Вот. А каждый семестр ты начинаешь с мыслью то, что вот сейчас-то точно возьмусь за учебу. И каждую сессию этого семестра ты думаешь, то, что нужно взяться за учебу в следующем семестре. Для меня быть студентом — это на самом деле честь. Это значит, что ты движешься вперед, что ты, ну, грызешь гранит науки, не то что школьный уровень, когда ты там еще маленький, неосознанный, ты осознанно пришел в высшее учебное заведение, учишься. И я считаю, что это достойно похвалы, что человек стремится к знаниям и к самосовершенствованию себя. Значит, быть студентом — это почетно. Но самое главное, конечно, что быть студентом — это преодолевать какие-то вот как раз-таки эти вызовы через самодисциплину, через самоконтроль. То есть, да, конечно, мы все там очень часто готовимся там к экзаменам в последний день, все такое, но как раз-таки закаливая себя в таких условиях, мы понимаем то, что вот, наверное, потом надо будет не последний день готовиться и так далее. Студент? Студент — это свобода, прежде всего, конечно же, я считаю. В совокупности быть студентом, ну, это кайф, я бы так описал. Для меня быть студентом — это активничать, быть активным, ходить на пары, жить здесь и сейчас. В день праздника поздравления в адрес студентов звучат от ректоров вуза, деятелей науки, медийных личностей и официальных лиц страны. Для учащихся организуют разнообразные события, в том числе фестивали, шествия, развлекательные и культурные программы. И здесь Казанский федеральный не остался в стороне. Главное, что к моменту праздника большинство студентов уже сдали сессию и спокойно могут идти отдыхать. Студенты поспешили поделиться своими успехами и достижениями. Оценки и сданные экзаменные зачеты как никогда знаменуют собой радость и дальнейшее стремление к учебе в новом семестре. Не представляете, вот только выхожу из двойки, у меня золотая сессия. Но, к сожалению, я контрактник. Пока что осваиваюсь, потихоньку учусь. Есть пятерки, есть тройки, но без допок это уже хорошо. Сессия, у меня две пятерки автоматом, одна допка и тройка одна. И сейчас вот курсовую сегодня на 5 защитила. Сессия прошла ужасно. Две допки, одна тройка. По физкультуре пятерка, уже хорошо. Сессия прошла хорошо. Могла лучше, но хорошо. Сессия замечательно. У меня все экзамены сданы на пятерку, у меня золотая сессия. Вот этому я тоже рад, в первую очередь. Сначала Татьянин день как день рождения Московского университета отмечали только в Москве. По воспоминаниям очевидцев, праздник был очень пышным и состоял из двух частей. Официальной церемонии в здании университета и народных гуляний, в которых принимала участие вся столица. Сейчас этот праздник носит массовый характер, и вся страна с восторгом отмечает День студента. Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости.